Привет всем, вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение летсплея по героям Диснея, боевой мод. А новый герой вступает в бой. Ух ты, получается, все равно, даже до сих пор игру обновляют, видите, добавляют новых героев. Описание обновления, но мне пока не интересно это. Как и обещал, не буду затягивать продолжение, будем проходить кампанию. Ну и по ходу дальше разбираться, что и как. Я в прошлый раз завершил первую главу, вот она здесь, и вторую даже еще не начинал. А станция на Пекарской улице. Герой направляется в метро, чтобы найти поезд в Оушенсайд. Давайте им поможем. Так, пока герои у нас не меняются, других у меня нет. Надеюсь, сегодня появится еще и как. Пускай они там сами воюют пока. Мое дело их просто контролировать, улучшать. С одной стороны, автобой хорош, то есть ты не тратишь на это время, то есть ты просто там занимаешься сбором всяких карточек, чтением историй, наслаждение графикой, а они там сами разбираются и способности используют. Бывает, там где-то что-то забыл, кажется, отвлекся, там способность не использовал вовремя, а так они сами все делают. Ух ты. Наши клоны, но им это не помогло. Клон никогда не будет оригиналом, да? Все, порядок. Так, скоро уровень. 8-й будет у всех. У Малефисента 12, так как я ее прокачал вручную. Давайте посмотрим. Почта. Что там полезного? Ух ты. И срок истечет скоро. А, получить вот какие-то карточки. Перевод можно, ладно. Получаю. Не знаю для чего они, но вот бесплатно, поэтому пускай будут. А новенького ничего не дают. Ладно, идем дальше. А, герои прибывают на Тихоокеанскую станцию в поисках подсказок. Поэтому ничего новенького, потому что... Ничего и нет. Нужны подсказки, да? Мы ищем нашего друга, который там просил о помощи. Но он своеобразно просил о помощи. То есть сначала напал на нас, а когда мы его победили, то, в общем, мы сделали вывод, что ему нужна помощь. Надо пойти, наверное, какие-то коробки пооткрывать. Там, по идее, бесплатные должны быть. Тут героев миллион, поэтому каждый обзор нужно открывать новых. Надеюсь, так и будет. Так, а скорость быстрее можно сделать? А, так можно быстрее скорость сделать, отлично. Так, вот сколько предметов. Ну вот, все эти предметы у меня для улучшения уже не подходят. Нужно более большие уровни сложности проходить, чтобы, наверное, более крутые предметы выпадали. А пройти... Вот эту станцию, хорошо. Повысить свою команду до уровня 10. Получить еще две карточки. А, вот могу что-то все-таки улучшить, да? А, могу открыть все-таки. Я думаю, когда я его смогу Якса это открыть? Ведь у него уже карточек хватает. Давайте откроем. Только говорил, что герои будут новенькие. У вас новый герой. А сколько у него? Одна звезда или больше? Интересно. Да, одна всего звезда. Так, а зачем тогда мне он нужен пока? У меня же больше, чем 6 героев не может быть. Блин. Вот теперь не знаю, что делать. Ладно, пока надеваю, там потом посмотрим. Все, пока хватит. Так, продолжаем. А герои лезут по лестнице и попадают в лабиринт из грузовых контейнеров. Да, видите, все, ваш состав полон. Но он пока никакой, поэтому я его даже не беру в бой. Хотя потестировать, конечно, можно было, но было бы у него больше, чем одна звезда. Я бы его взял с собой, а так, как бы, ну, пока не вижу смысла его качать, время летать. Это если я начну уже проигрывать.
О, надо будет что-то менять. Тогда другое дело. Либо если будет какой-то герой, которого я знаю, я его прокачаю и буду использовать. Так, еще один бой и будет уровень. Ха, у Малефисента 13. Я думал, она не может дальше качаться. Так. Зачем? Какая выносливость? О чем вы? Я хотел глянуть, что там можно поставить новенькое. О! Можно ванилопу повысить, да? Отлично. Да, конечно. И она теперь у нас зелененькая. Ну, нам это особо бонусов никаких не даст, но почему бы и нет. И открыт новый навык. Шипучий гейзер. Сочетает силу мяты и шипучки и стреляет мощной строй и шипучки ближайшего врага, нанося 236 урона. А кукурузный сироп замедляет скорость их передвижения на 25% и скорость атаки на 25% на 3 секунды. О, так крутой навык. А можно его как-то повысить? Насколько? 3, 4, 5. Ну, дорого, блин. Давайте чуть-чуть попрокачаю, хватит. И этот тоже чуть-чуть. Вот так вот. А, кстати, я задание не смотрел, да? А, улучшите любой из своих навыков 3 раза. Супер, кучу денег дали. Вот и денежки вернул, даже в плюсе остался. А, еженедельное задание. Зарабатывай очки. Так, предложение дня. Откройте 5 любых сундуков. Пройдите 10 этапов кампании, нормальных или элитных. Так, что там? А, у меня, кстати, уровень через один бой будет. А, давайте, наверное, еще один бой проведу, а потом уже... А, пойду сундуки открывать. А, герои быстро сбиваются с пути среди грузовых контейнеров. То есть, они сначала нашли их, потом сбились. В общем, ясно. Вот так вот быстро первая волна прошла. Тут вы увидите мне навык, я пока его не видел. Ее газировка это. Опа, вот. Только что сработал, по-моему. Увеличенная скорость это хорошо, но вот иногда просто не пропускаешь то, что нужно. Так, новый уровень, отлично, они еще сильнее стали. И командный 10. А функции открыты. Арена и рейтинг. Больше выносливости, т.д. и т.п. Так, медальки. Повысить. Хорошо. Так, дальше герои. Получается, могу что-то еще вот едать. А, скользкий, но приятный. Тонкие ореховые нотки с дубовым послевкусием. Слизняк какой-то, да? Базовый урон плюс 8, сила навыка плюс 8 и жизни плюс 50. Пойдет. Так, я хотел глянуть, что там у нас с сундуками. О, а вот, кстати, ежедневный заход, да? Нет? Вот, бесплатная награда каждый день. Это не то? А, короче, я куда-то зашел, смотрите. А благодарим за игру в Disney Герои и боевой режим. А вот ваша специальная награда. Получите 2-звездочного героя на выбор. Ух ты, кого ж выбрать, смотрите. Я тут знаю только этого из истории игрушек. Ну и из Зверополиса тоже их знаю, да? Давайте выберем этого. Вот, Вуди. Да, пускай будет Вуди. То есть у меня уже... 2 героя новых сегодня. Ха-ха, класс. Вот его-то я, в принципе, лучше по-любому сейчас. Так, появилась арена. Не знаю, что это такое, но вот ладно. А, и сундуки бесплатные. Так, сейчас. А здесь какой-то предмет. Ясно. А, и алмазный сундук тоже бесплатно. Тоже какой-то предмет. Наливное яблоко. Сильно действующее лекарство от бессонницы. Прикол. Так, что дальше? Герой. Вуди. Давайте его, во-первых, приеденем. Так, ну и плюс прокачаем. А, параметры, вот уровень можно... О, можно и звезды, да, но только для этого нужно вот зарабатывать эти штуки. Оказывается, можно и звезды поднимать. У него может быть 15 уровней.
Что ему? Ну, это слабенько. 7. О. А, так подождите, я уже использовал. Тю, я думал, это только применяю. Короче, я ему случайно прокачал 15 уровней. А посмотрим на его силу теперь. Он даже сильнее, чем Малефисента, наверное. Но у него навыки еще, да, можно тоже прокачать. А, головокружительный удар. Ну, давайте немного. Ой. А почему? Для 6 уровня уже нужны какие-то бонусы, там, специальные карточки. Ясно. Похоже, вы потратили все очки навыка. Вы можете купить их здесь. Или подождите, пока они не восполнятся. А, чтобы открыть, получите VIP 2. Ясно. То есть без VIP они не восстанавливаются. Прикол. Вот это облом. Алмазный сундук, ясно. Так, а вот и ежедневный заход в игру. А то я думал, где же он есть. А, получить. Так, наверное, я получил, не знаю. А дали мне или нет? Получается, нужно заходить без пропусков, да? То есть тут не накапливается. Вот в прошлый раз я заходил, потом пропускал дни. А мне дали вот приз опять за первый день, как бы. Ясно, плохо. Так, арена, давайте глянем на арену. Что это вообще такое? А чего ты ждешь? Пойдем. А, можно вот нападать на кого хочу, да? Сила 1225. Выбери героев из списка, да? Вот своих выбираю. Вуди. Так, этого, который замораживает. Ну, как раз еще вот так. Моя сила 1577. А, авто нельзя, да, получается, навыки. Но можно ускорение. Ого, смотрите, бьют наших. Ой-ой-ой-ой. Вуди, короче, прибили. Ой-ой-ой. Капец, слушайте. Вот это да. Раскидали вообще как могли. Малефисента, давай, слушай, не подведи. Она... Блин, как так? Я ж был, по идее, должен был сильнее быть. Ха! Так, защита, бой. Короче, не получилось, да? Давайте еще раз. А, надо ждать, или вот опять VIP этот дурацкий. Понятно. Не, спасибо. Как так вышло, не знаю. Продолжаем кампанию. Так, а что здесь было? Секундочку. А, это вот новые доступные вот эти вот... Подождите, сундук? Что за сундук? Просто открыл? Ох ты, Винни-Пух. Прикольно. А за что мне дали здесь вот карточки? А, Якс уже в вашей команде. Вместо этого мы дадим вам всем фишек героя. И все. То есть можно заходить здесь, что они периодически появляются сами? Прикольно. Ладно. Продолжаем кампанию. С кампанией пока все просто. Шанс добычи. Понятно. Так, может потому что я Вуди взял? Вуди вот как-то... Так, а ну-ка, по силе. Вуди, ты вообще какой? Ну, наверное, так надо сделать. А вообще можно было еще больше героев прокачать. У меня есть бутылочки, эти опыта всякие. Получается, мой танк один не устоял, а потом этих моих дальнего боя просто поприбивали. Мне нужно еще одного танка впереди. Потому что боты ботами, а вот против таких же, как сам, вышел, видите, и не хватило чего-то. Ральф, я тут подумала, мы сражаемся с этими деформатами уже довольно долго. И мне кажется, в них есть что-то знакомое, да ведь? Ты о чем, малышка? Я, конечно, не уверена, но ответ совсем близко. Я кодом чувствую.
Неплохо бы, если был близко. Так, что новенького? Для Вуди предмет один. Хорошо. А еще для кого-то. Подождите. Спокуха. Для тебя, но я ж, в принципе, тебя вообще убрал из команды пока. О, Вуди что, сильнее, чем Малефисента? Ну, прям таки. А, Ральф расспрашивает Ванилопу о ее прошлом, но их грубо прерывают враги. Сила еще увеличилась. Так как один предмет Вуди дали. Компания вообще длинная, есть много миссий. Так что проходить ее не перепроходить. Дальше, я думаю, будет сложнее. Это вот первые обычно главы легкие. Так, а сколько здесь вообще миссий? Ого, много. А, Ванилопа кричит: «Отведайте шипучки, деформаты!» И остальные подхватывают. Запивай, деформаты, хватайте удары. Надо пойти, наверное, сейчас в первую главу и попроходить вот эти миссии на сложном режиме, как бы. Может, будут более крутые предметы давать, потому что для моих героев, видите, не дают уже ничего новенького. Только вот для Вуди, который только вступил в команду. Где карточки зарабатывать, где что? Давайте дойду до 4 главы. Вот. Получу там какой-то сундук, вот. А, Ральф осматривает место кораблекрушения и находит внутри врагов. Надо, короче, хотел бы это посмотреть. С другой стороны, можно вообще их сразу прокачать всех на максимальный уровень и не париться. Ну так, а смысл? Я вот воюю и потихоньку качаю. Ну вот, видимо, его уже почти прибили. Смотрите, все, прибили. То есть вот уже и такие небольшие сложности. Ой, так дело в том, что у меня, видите, две звезды из-за этого. А-а-а, караул. А ну-ка, а что, нельзя переиграть? Блин. Или можно? Ладно. Ну, значит, нельзя. Надо, наверное, вот на главный уровень как бы зайти, а потом, может быть, на второстепенный получится. Странно вообще, как его прибили, он такой здоровый. Ого. Малефисента зажгла. Так, давай, давай. Сейчас его опять прибит, опять я получу две звезды. Ну, смотрите, что творит, да? Опять то же самое. Не, надо его повышать. Ральф, Ральф, я наконец поняла, что мне напоминают эти деформаты. И что же? Мой глюк. Но твой глюк хорошая штука, верно? Ну да, но может это плохие глюки, как кибер-жуки, которые заполонили сладкий форсаж. А Колхун называла кибер-жуков вирусом, и эти штуки напоминают мне их. Так, добыча вот этих карточки. А, нет, наверное, я все-таки пойду. Да что ж я на плюсик нажимаю? Улучшу Ральфа. Так, прирожденный лекарь, излечите Якса от вируса. Есть. Пройди закоулок Флотсам в главе 2. Хорошо, пройдем. А, так, герои. Давай тебе. А, здесь вы будете создавать значки для ваших героев. Возвращайтесь, когда у вас будут нужные фрагменты для этого значка. Требуется 9 уровень. Хм. У вас еще нет этого значка. Но, похоже, вы можете его сделать. Нажмите на кнопку, что необходимо, чтобы получить подсказку, да? А, получите здесь вот глава 1 и т.д. и т.п. Я понял.
Так, ну, во-первых, можно его повысить навык, да, то ему не хватает. 9. О, сразу плюс 1500, ничего себе. Пускай будет, у него больше жизни должно стать. Как раз могу предмет теперь надеть. Отлично, теперь этот значок можно надеть. Базовый урон и норм критический удар. Теперь, по-моему, жизни лучше. Так, отлично, теперь этот значок тоже можно надеть. Максимум ХП плюс 128 и брони плюс 96. Вот это класс. Ага, остальное пока вот нет у меня. Моды какие-то. Поднимите редкость для фиолетового плюс 1, чтобы использовать моды. И навыки. Так, надо, конечно, навыки повышать. Ого, а почему не могу? Всего лишь до 2 уровня. Короче, ясно. Нужны вот эти вот стрелочки. Обалдеть. Ладно, надеюсь, то, что я его улучшил, мне поможет. А Фреон спрашивает о глюке Ванилопы, но его прерывают деформаты. На сотню сила повысилась. Давайте. Может, я вот этого, который замораживает, убрал с командой. Он хорошо так их замораживал. Вместо этого поставил Вуди. Может, зря это сделал. Ну вот, пока он вроде живет. Посмотрим, как сейчас. Ну, видите, тут он выжил без проблем. Но у него плюс 96 брони появилось, то есть его слабее бьют. Вот и здорово. Сколько всего получил. Обалдеть. Так. Задание. Получить 120 рук. Ничего себе. И команда уровень 11. Функция открыта. Элитная компания. И алмазное задание. Ничего себе. А события с алмазами, с алмазными заданиями, это новый способ заработать множество наград. А каждый может получить бесплатные награды, просто играя в игру и поднимаясь по уровням наград. А чтобы повысить уровень, нужно заработать очки за задание. Откройте премиум пропуск, чтобы забрать все награды. Понятно. Чтобы повысить уровень, нужно заработать. Так, а давайте открою. А. Ух ты! Обалдеть, Джуди Хоббс. Ничего себе, третий герой уже у нас сегодня. Так, а вот и задание. Чтобы получить очки, завершите ежедневное задание или задание дружбы. Охотник за сокровищами. Откройте 5 любых сундуков. Супер. Откройте премиум награды. Ну, понятно. Так, а дальше... 3 этапа элитной кампании нужно завершить, да? Премиум награды дает доступ к таким ценным наградам, как новейшие фишки героя и горы алмазов. Купите премиум пропуск. Понятно. Если вы не уверены, что хотите приобрести премиум пропуск сейчас, не беспокойтесь. Вы можете открыть премиум пропуск в любой момент в течение события и собрать все премиум награды вплоть до вашего текущего уровня. Подробную информацию можно получить здесь. А, так смотрите, 48 дней еще действует пропуск. А наград здесь вот просто немерено, да? Обалдеть. Ну, все как всегда, заманухи такие серьезные. Вы открыли элитную компанию. А я хотел, во-первых, глянуть здесь, что у нас. А, так она однозвездочная. Неприкольно. Ага, не так. Получается, нужен уровень просто, да? Ну, в принципе, добавлю один уровень. Не проблема. Ты чего? Я тебе опыта дал, а ты... В общем, там... Упала. Надеваю, надеваю, остальное не получено. Так. Я хотел еще вот что сделать. Я не мог навыки улучшать, потому что у меня не было этих рук, да? Или чего? А, нет, не то. Руки здесь не для этого нужны. Повышу. Так, элитная компания. Хотел вот в первой главе попробовать элитную компанию, да? Или смысла нет? Ну вот, элитный. А, ну да, вот ее теперь с первого раза нужно проходить. И тут, видите, более крутые награды попадаются. Ну давайте. Элитные враги сильнее, но начиная со второго этапа вы сможете заработать фишки героев. Круто. И уже два раза больше энергии требуется.
Выберите героя из списка ниже. Ну вот так пускай. Посмотрим. Это ж первый уровень, в принципе, здесь как бы все пока легко, да? Ну хотя они сильнее, потому что вот один герой против пятерых стоит. И делает это довольно-таки сильно. И долго, в смысле. Да, второй этап нашего. Он танка уже бьют. Мне нужно лекаря в команду. Ой, класс, видишь, не зря его заморозчика с собой взял. То есть он его заморозил. И он стоял как бы вот какое-то время в стане. А я за это время как бы его подбил. Супер. Ну что ж, еще. А, вот медали. А, пройдите начальную станцию в главе 1 в компании элитной. 10 кристалликов. Отлично. Так, и навыки. Предметы. Зачем? Ну, пускай будет, чтоб не отвлекало меня. А, стоп, 2 из 3. А... с друзьями нужен уровень команды 25, я понял. Продолжаем. Тут вот можно карточки уже получить, да? А, фишка шастика. Чтобы его спасти, как раз вот нужно 10 фишек. Потихоньку начинаю понимать, что к чему. Только вот нужно лекаря мне в команду. Может, он у меня уже есть, просто я не знаю. Ого, какая палка большая. Ох, заморозка, да, вот все-таки этого, который замораживает, нужно брать с собой команду, он выручает. Все. Так, ну мы не получили карточку шастика, к сожалению, да? Зато опыт для команды. Функция открыта, больше золота. Так, мне нужно третий уровень элитный пройти, чтобы выполнить ежедневное задание. Давайте в бой. Он сам моего танка на 30% побил. Я так подозреваю, что он не переживет третью волну. Это будет плохо. Хотя вот заморозка как-то быстро вообще она прошла. И шастит, шастит. Так, сейчас танком его грохнут. И не только танк, смотрите. Обалдеть, вот это он сильный. Блин, две звезды, плохо дело. Зато вот новый уровень. А, получается, мои герои начали опять опыт набирать, потому что я повысил уровень, да? Ну, подходит, ладно. А, могу на 3 звезды попробовать пройти. Я понял. Так. Меня опять не туда закидывают. А, во-первых, медали. Получаю. А, еще. Есть. И вот задание. Получаю. Кучу всего, короче. И даже уровень. Обалдеть. Так, что еще за задание? А, примите участие в 3 битвах на арене. Ого, 10 тысяч золота. Ничего себе. Используйте функцию купить золото один раз. А за реал? 10. А как? Не понял. А, за 20 кристаллов купил золото, я понял. Так, дело в том, что я вот и получил еще бонус за это. Хорошо. Так, дальше. Купить единицу выносливости в системе, купить выносливость. А где? За 50 купить... Блин. А сколько у меня всего кристаллов? Кто мне скажет? У меня всего 50 кристаллов. Мне предлагают их потратить, да?
Да. Засада. Так, а где эти вообще задания? Надо ли мне это? Подождите. Получу монет, там ДТП. Какие-то... Что за кристаллы? Очки за задание. А, вот, чтобы продвигаться по этому пути. Ну, давайте куплю, ладно, пускай. Буду с нулем. А забираю награду вот эту вот. И командный уровень сразу повысил. Открыта функция порт. Ничего себе. И нужно мне, получается, прыгать в воду. Пройдите две битвы в форту. Ух ты, что это такое? А, склад открыт сегодня. Заработаем немного золота. А получите золото, осталось попыток 2. У врагов иммунитет к нормальным атакам. А, к урону. Враги на складе устойчивы к нормальному урону. Обалдеть. Выбирайте героев, которые наносят большой фантастический урон. Изучайте навыки своих героев, чтобы узнать их сильные стороны. Да не хочу я изучать навыки, вот. Честно. Короче, попробую так-то и все. Все равно у меня как бы героев там особо нет. Видите, сопротивление. Не, ну кто-то там по ним все-таки бьет. Я не думаю, что здесь что-нибудь пройду. Видите, моих уже почти прибили. То есть, без вариантов просто. Ага, похоже, у вас возникли сложности в этом бою. На этом экране вы увидите анализ ваших героев и рекомендации улучшений для победы. А, повысите уровень Фреона. Фреон отстает от остальных по уровню. Для повышения уровня используйте коктейли. Понял. Кнопка показать. Вот Фреон. Давайте. Вот так. 17 уровень. Есть. А кто еще может биться? Только Фреон, по-моему, бьется магией. Ну, или Малефисента тоже, да? Ну, ей тоже могу немного поднять. Вот так. Так, что еще? А, предметы. Создать ХП, урон и т.д. и т.п. Почему бы и нет? Надеть, отлично. Так, кто еще магией бьет? Ну, все физическим уроном только бьют. Но мне, в принципе... А, пройдите две битвы в порту. То есть все равно, если я просто участвую, мне не засчитывается. Лучше я вот в дружеских соревнованиях приму участие. Тем более, вот я уже сильнее стал. Так, пробуем. Ну да. Моя сила уже почти 2000. Ого. Опять мне танка прибили. Блин. Смотрите, что он творит, а? Опять он меня без вариантов прибил. Странно. А, я выиграл. Ох, как я выиграл, не знаю. Короче, как-то выиграл. А, и защита, да? А, что значит защита? То есть я типа против кого-то защищаюсь. Не забывайте, что... Перезарядка для смены защиты теперь занимает не 20, а 24 часа. А, это я просто выбираю свою защиту. Вот могу какого-то слабенького прибить, да? Нет. А, опять же, нужно 9 минут ждать. Ого, сила там. А ну-ка. Понятно. То есть это задание я тоже не выполню. Ну, могу выполнить, потом сам зайти. Фух, много опять нового. Вот не успеваю за всем, скажем так, следить. А, но стараюсь как бы открывать новые режимы, новых героев. На сегодня, я думаю, хватит. Вот жука этого, который только что делал, получил. Можно было не делать, да? Для нашего танка. Все, друзья, на этом наш обзор завершен сегодняшний. Прощаюсь с вами, надеюсь, ненадолго. Если вам нравится герой Диснея, боевой режим, то поддержите это видео своим лайком. Ну и оставайтесь с нами, скоро продолжение. Пока-пока.